Морковь – это абсолютно уникальный овощ, который добавляют в салаты, холодные и горячие блюда. Он богат углеводами, микроэлементами и витаминами, которые не испаряются при термической обработке или во время хранения. Морковь – это очень ценная находка для организма человека, которая содержит огромное количество витамина А, отвечающего за процессы роста, поэтому детям кушать морковь надо обязательно. Также этот корнеплод улучшает зрение, оберегает организм от инфекций и патогенов. Удивительно, но морковь поможет замедлить старение кожи, укрепит ваши волосы и ногти, придаст коже здоровый вид и очень полезно женщинам во время беременности и кормления грудью. Благодаря витамину В морковь восстанавливает стабильную работу нервной системы человека, борется с мигренью, бессонницей, усталостью. Более того, вещества этой группы негативно влияют на плохой холестерин, защищают от гипертонии, образования тромбов и других болезней сердца и сосудов. Известно, что морковь позволяет сохранить молодость и красоту кожи благодаря стимуляции выработки коллагена, а также восстанавливает костную систему при остеопорозе. Коллаген также укрепляет стенки сосудов, нормализует работу ЖКТ, позитивно сказывается на мышечной системе и нейтрализует токсичные вещества в организме. И, разумеется, морковь улучшает зрение за счет витамина А, бета-каротина и антиоксидантов. Об этом знают все. Бета-каротин трансформируется в организм витамин А, а именно его дефицит – это главная причина глазных болезней типа катаракты, ксерофтальмии и дегенерации желтого пятна. А еще морковь помогает человеку лучше видеть в условиях низкой освещенности. Вот такие плюсы можно получить, если употреблять морковь ежедневно.